Федор Михайлович, добрый день. Здравствуйте, Сергей. Тема нашей сегодняшней беседы – это основные вопросы профсоюзной борьбы. Я хотел бы начать этот разговор с того, что профсоюзная борьба, она предусматривает понимание трудящимися своих интересов, которые отличны от интересов, скажем так, владельцев бизнеса, капиталистов. И мне кажется, что осознание собственных интересов – это первое и самое главное условие, на котором строится успешная профсоюзная борьба. Совершенно согласен с этим тезисом. Значит, осознание интересов работника, непосредственно занятого в производственном процессе, ну, очень важно нам, и оно помогает при разъяснении целей и задач той борьбы, которой мы ведем. Даже можно для начала сказать работы профсоюзной, вот, а потом уже, если эта работа переходит непосредственно в какие-то действия, ну, тогда уже и борьбы. Значит, прежде всего, когда мы говорим с работниками, которые либо приходят в наш профсоюз, либо бывает так, что хотят уйти из профсоюза и говорят о том, что их сдерживает, допустим, в профсоюзе то, что они хотят получить какие-то небольшие, ограниченные, как мы говорим, там, плюшки. То есть речь идет о том, что небольшая материальная помощь, небольшая помощь при отпуске, к отпуску, либо там новогодние подарки, и многих не устраивает вот этот момент, что они больше платят профсоюзных взносов, но не получают как бы той отдачи, на которую они рассчитывали. Мы им говорим о том, что главный интерес работника работы в профсоюзе – это не то, что они получат сейчас в виде бонусов от профсоюза, а то, что они могут получить, работая в профсоюзе, работая в цеховых организациях и забирая у работодателя в виде тех больших статей бюджета, которые получает и профсоюз, и сам работник из коллективного договора. То есть вот это понимание этого интереса в работе профсоюза, оно первично. Вот, поэтому именно интерес работника, вот я бы так сказал по этому вопросу. Интересы работника, мне кажется, не должны сводиться к тому, чтобы получить какие-то материальные блага, скажем, да, в виде даже прибавки зарплаты. Мне кажется, что рабочее время и условия труда – это не менее важные вещи, потому что пускай у тебя будет больше зарплаты, но если ты угробишь здоровье, то зачем тебе эти деньги? Совершенно верно. Это мы переходим ко второму вопросу. Далее, когда первый интерес, самый живой, насущный, получение большей заработной платы, мы обговорили и по нему начинаем вести какие-то действия, дальше все начинают понимать такой момент, что для того, чтобы правильно все делать, правильно составлять письма, писать, обращаться, нужно учиться данной профсоюзной работе. И вот когда они начинают учиться, ну, обращаться к каким-то первоисточникам, они увидят, ну, начинают видеть, во-первых, работу, допустим, работников, которые уполномочены по охране труда. Вот. И эти ребята, которые тоже проходят обучение, они рассказывают и о условиях труда, которые должны быть учтены работодателем и соблюдены, вот, и о спецодежде, и о продолжительности рабочего времени. Тут же мы затрагиваем моменты переработок, и тогда уже вот возникает второй момент, что важно не только хорошо работать и много, но и как раз таки работать меньше, чтобы вредные факторы, которые вот мы работаем в условиях крайнего севера,
У нас вредный фактор основной – это холод. То есть людям нужны места обогрева, вот, им нужна теплая пища. И вот эти моменты, которые, ну, не допустят, так сказать, чтобы организм человека пострадал, вот, ну, соответственно, вот учитываем и также добиваемся, чтобы были учтены эти факторы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вам, вашему профсоюзному коллективу, вашей организации, чего удалось добиться на данный момент, с момента возникновения профсоюза и по сей день? Какие, можно сказать, результаты? Ну, скажем следующее, что наш профсоюзный, первичная профсоюзная организация существует довольно долго. Вот, практически, когда организовалось предприятие еще в начале 90-х, соответственно, был создан профсоюз. Далее предприятие переходило из организаций одних нефтяных структур в другие. И проходило это не всегда там гладко. То есть профсоюзной организации приходилось отстаивать интересы работников, вплоть до того, что там перекрывали проходные, выставляли автотехнику, чтобы, ну, там пытались с рейдерскими захватами вернуть и все остальное. Вот, то есть коллектив как бы был такой боевой, и они отстаивали. И им удалось в те времена составить довольно неплохой коллективный договор. Вот. Но в процессе дальше уже более спокойной жизни и ввиду того, что ПАО «Роснефть» вводит некоторые соглашения новые, этот коллективный договор меняется. Вот. Меняется он зачастую, не советуясь уже с работниками, а волею того, что есть единый представитель профсоюза, который имеет право подписи, и приходят разнарядки, и там начинают корректировать этот коллективный договор. Вот, ну, нам за последнее время пришлось активизироваться и выходить настойчиво с предложениями о улучшении условий проживания работников в условиях Крайнего Севера. За счет этого работы, в том числе и профсоюза, были построены вот два новых общежития. Вот. Ну, как бы и сам работодатель был заинтересован, чтобы переселить работников из вагончиков в большие здания, трехэтажные, да, большие общежития, вот, в новые условия. Далее работа пошла по вахтованию. То есть у нас есть проблема, что вахтовый персонал, он летает из разных концов России, из разных регионов. И есть так называемые базовые города, куда люди должны, допустим, из соседних областей съехаться, ну, в Уфу, там, в Москву, из прилегающих областей. И оттуда уже чартеры летают. Вот, это было очень проблематично, потому что количество, допустим, этих городов было небольшое. И вот постоянными запросами, работой профсоюза, собраниями профсоюзными добились расширения этих базовых городов. Ну, то есть в три раза их нам увеличили. И теперь этих чартеров стало больше. Плюс нам разрешили из некоторых регионов, согласовали, ну, люди сами приобретают билеты и им оплачивают перелеты, уже просто компенсация перелета, проезда. Вот, конечно, там есть еще нюансы, над которыми предстоит дальше бороться. Но вот такие вот насущные вещи у нас даются сделать. То есть фактически происходит такая планомерная, четкая работа, направленная на улучшение условий труда трудового коллектива через профессиональный союз. Это, можно сказать, пример того, что кто говорит, что профсоюз – это пустая организация, она ничего не может, она может очень многое. И это действительно позитивный момент. Мне кажется, ваш опыт надо просто брать и внедрять в других отраслях промышленности. Сейчас бы я хотел коснуться момента не такого позитивного, как, например, что есть такое распространенное мнение, что вот, например,
органайзинг, да, должен прийти какой-то человек, собрать вокруг себя рабочих, сказать им, делай раз, делай два, делай три. А что, рабочие сами, что ли, не могут сесть, взять в руки там ручку, там бумагу, да, и написать то, что им нужно, ведь могут, получается? Не только могут, но и делают. И должны. Да, и должны, и делают. Встречи, допустим, ну, в нашем коллективе проходят у работодателя с разными цехами. Во всех цехах есть цеховые организации. Эти все цеховые организации на этих встречах высказывают примерно один и тот же круг вопросов. Причем мы разбросаны не только по цехам, но и географически у нас несколько площадок вокруг города. Вот. И взаимодействие в профсоюзе, и задавая работодателю на встречах одни и те же вопросы, мы таким образом и подталкиваем работодателя к решению этих вопросов. Вот. Тут как бы даже не надо большого такого какого-то ума, чтобы организоваться на это. Вот. И рабочие, они с собой, между собой общаются, ну, и в чартерах при перелетах, и в автобусах при переездах, вот, и в общежитиях они встречаются. Вот, и все эти вопросы они обговаривают, и они доносят потом и до профсоюзных лидеров цеховых комитетов, вот, и потом эти профсоюзники, они выносят нам на совет цеховых организаций. Вот, и здесь мы уже как бы эти обращения оформляем, направляем письмами, вот, и таким образом самые насущные вопросы удается снимать сразу. Допустим, у нас был случай, что работники одного цеха не могли, все, не хватало места в общежитии для того, чтобы они все там жили, и им было близко до работы. И получалось, что одних селили за 30 километров, других селили прямо непосредственно возле работы. Вот, собрался цеховой комитет, написал письмо о том, что работники одного цеха находятся в разных условиях по отношению к месту производства, то есть не соблюдаются их права, что они должны быть находиться в одних условиях, потому что у них одни должностные инструкции, и, соответственно, они считают, что они должны быть в равных правах. Направили данное письмо, ну, там было уже там довольно жесткие формулировки с требованиями о том, что, значит, просим, даже не просим, а необходимо решить такой вопрос. Ну, примерно за двое суток нашли варианты, как всех людей перетасовать, переместить, всех этих ребят, всех свели в одно место проживания. И вот такие вопросы, они это, ну, постоянно так решаются. Хорошо. Опять же, есть такой распространенный стереотип, что у трудящихся очень мало свободного времени для того, чтобы заниматься, например, там, какими-то теоретическими вопросами, учебой, как бы увеличением уровня своих знаний по той же самой там профсоюзной тематике. Мне кажется, что если профсоюз нормально работает, то и время найдется, и методические материалы, и всегда будет возможность объяснить трудящимся, как бы, да, что им важно знать, и они сами резко как бы, да, повысят. Катастрофически мало времени. Катастрофически мало времени, чтобы человека, занятого производительным трудом, оторвать от его рабочего места и дать ему возможность что-то выучить. Катастрофически мало. Во-первых, сам график работы, ну, например, у нас у вахтовиков здесь, это 11-12 часовой рабочий день, ввиду того, что они в год работают, получается, 5 месяцев работают, потом полтора месяца отпуск, и остальное у них межвахта. Вот, все время на вахте, они просто загружены от зари от заката до рассвета этим на работе. Поэтому у них остается время, когда, ну, они находятся на межвахте. Но на межвахте там появляется такой нюанс, что они должны заниматься семейными вопросами, ремонтировать, чинить, что-то возить, где-то что-то регистрировать, кого-то куда-то возить, и семья там отбирает все.
И вот сейчас, пытаясь собрать советы в определенном месте в определенное время, мы столкнулись с такой проблемой, что активисты, ну, их не так много всегда в цехах, они, кто-то ходит в день, кто-то ходит в ночь, кого-то отправили на выезд там с объездами по дальним, там, скажем, объектам. Очень сложно собрать. Мы вводим сейчас такую методику, значит, электронного документа оборота удаленного. То есть это удаленное голосование, удаленные таблицы. То есть если обычно на совещаниях, на советах мы зачитывали какие-то, кто-то готовил, ну, свой вопрос, его зачитывал, предложение по решению, то сейчас мы переводим это либо в электронный вид, чтобы люди могли в свободное время, ну, там, вечером приехал в общежитие, лег, пролистал, посмотрел, ну, да, нормально написано, либо даже в какую-то аудиозапись или видеозапись, ну, буквально на 1-2-3 минуты по сути вопроса. Вот, поэтому категорически сложно их собрать, категорически сложно обучить. Некоторые ребята у нас записались в Красный университет, вот, и там дистанционно учатся. И вот сталкиваемся с тем, что когда он приезжает на вахту, то даже посмотреть полуторачасовую лекцию, есть такая проблема, что не хватает времени. Просто физически человек устает. За это мы говорим работодателю, что надо сокращать рабочее время вахтовика. И мы в колдовер, который мы планируем, ну, вот, в следующем году принимать, мы вносим туда поправки такого содержания, чтобы у нас изменился график, сократилась продолжительность рабочего дня. Вот, то есть, если сейчас они у нас день-ночь, две недели день, две недели ночь, и потом уезжают на межвахту, то мы хотим ввести пятисменную, так сказать, рабочую неделю, чтобы у людей было два дня в день, два дня в ночь, и потом день отдыха. Вот. Да. И сокращение, и увеличение количества работников, занятых непосредственно в производственном процессе, не сокращение, а увеличение работников, вот, чтобы можно было людям дать этот один выходной день. Да. Профсоюз должен состоять в основном из рабочих? Профсоюз в основном должен стремиться к тому, чтобы состоять из рабочих. Потому что основной движущей силой являются рабочие. Они являются основной движущей силой и в профсоюзе, и в самом производственном процессе. Мы последние 4 года были заняты стройка нового объекта, это большой завод. И как проходит строительство? То есть, несмотря на то, что есть планы, которые составлены в больших кабинетах, есть планы по проектной документации, сам проект, все строительство идет непосредственно, надо выдвинуться на место, посмотреть, чего не хватает рабочему, что тормозит его производительный труд, и непосредственно усилия произвести вот в эту узкую точку. И всегда приходится обращаться непосредственно к рабочему, подходишь и говоришь: Иван Иванович, что у тебя, почему у тебя так, что тебе нужно? И рабочие нас учат, что им не хватает и куда двигаться. Вот именно это нужно вводить в профсоюз. И если наши рабочие поймут, что это они являются движителем и стройки, и движителем профсоюзной работы, и научатся вот этому, ну, как в школе, научатся управлять этим процессом, то, по большому счету, все остальные работники, ну, становятся меньше нужны. То есть меньше нужны люди, которые сводят планы, вот, если это смогут делать рабочие, то есть какую-то часть времени они смогут работать производительным трудом, какую-то часть времени они смогут уделять компьютерам,
таблицам и всего. То есть, во-первых, они тогда выигрывают, что они не будут подвергаться вредным факторам, таким как холод, он будет находиться в кабинете. Вот. Но и он сразу сможет работать из документации и проходить обучение таким образом. То есть вот цель нашей работы в профсоюзе, чтобы уменьшить его физический труд, но увеличить его интеллектуальный труд. В одной из IT-компаний Юго-Восточной Азии недавно цифровизировали генерального директора. То есть уже все идет к тому, что функции управления становятся все более автоматизированными, действительно, да, и перекладываются на искусственный интеллект, а между тем количество рабочих в мире только растет, и никуда не уйдешь от того, что производительный труд, да, его роль только возрастает в нашей жизни. Вот. Я здесь обратил внимание еще на то, что благодаря вашим действиям роль трудового коллектива возрастает в вопросах управления предприятием. И здесь мы видим, да, то, о чем говорили классики марксизма-ленинизма, о том, что профсоюзы – это школа коммунизма. То есть раз растет роль в управлении, в производстве, то это, ну, дает перспективу на то, что экономическая борьба в дальнейшем может стать политической борьбой, и трудящиеся смогут гораздо активнее отстаивать свои политические интересы. Ну, на это надеюсь. Да, хорошо. В вашей работе, ну вот, которую я читал, был очень четко такой момент, ну, упомянут о том, что первое условие, да, что это необходимость коллективных действий. То есть, да, когда рабочие осознают, что они в одиночку ничего не могут добиться, а коллективные действия дадут им то, что нужно, значит, все начинает меняться. Как вы считаете, насколько этот вопрос там, не знаю, актуален, вечен, как вы на него смотрите? Очень актуальный, очень актуальный. Эту работу мы ведем, разъяснительную работу надо вести для начала, для того, чтобы понять, насколько коллектив готов к коллективным действиям. Очень много приходится с ребятами общаться и разговаривать. И у одних людей мы видим четкое понимание, что они видят, что эти коллективные действия нужны, чтобы показать, то другие немного этого стесняются, боятся как-то. Вот. Но разъяснение и внутри цеха, когда идет об этом, и как бы на собраниях, что, ну, мы не боимся высказывать эти мнения, вот. Тогда уже как бы люди открываются и больше. Но пока коллективные действия, вот я говорю, у нас были только по отношению, так сказать, к внешнему воздействию в те годы, когда пытались быть рейдерские захваты. А остальные все варианты, ну, сейчас пока не было такой необходимости, чтобы их применять. То есть мы говорим конкретно о статичной борьбе, если чтобы она принесла облегчение в работе людей. Но к этой борьбе, чтобы к ней подойти, нужно пройти определенный путь. Нужно создать и команду, и создать документы, вокруг которого должны объединиться, ну, то твердое, вокруг чего объединиться. То есть это прогрессивный коллективный договор, и люди должны осознать его необходимость. То есть нельзя позвать людей за что-то, за что они не понимают, или за что они пойдут, а потом скажут, кто нас позвал. Вот. То есть сейчас, ведя, допустим, работу над колл-договором, мы построили следующим образом. Мы на советах цеховых организаций, не на советах цеховых, а именно на цехкомах, рассказываем о тех новшествах, которые мы вносим. И спрашиваем людей, это вам нужно, это не нужно. Например, то предложение, которое мы внесли о том, чтобы член профсоюза не мог быть подвергнут увольнению по статьям, таким как проверка знаний, ну, то есть проверили знания, задали какие-то сложные вопросы, а человек либо был не готов, либо это было не совсем его компетенция. И по этой статье, допустим, взяли, потому что у нас на особо опасных объектах все проходят какие-то экзамены постоянно. Это и высота, и электробезопасность, и охрана труда. Ну, все проходит.
Вот. И это было встречено сразу овацией, аплодисменты. То есть мы увидели, что люди этого просто боятся. Вот они, и к ним этого даже не применяют, но они этого боятся. Потому что у нас как бы не было в последнее время случаев, чтобы кого-то по этой статье там уволили. Вот. И, ну, возможно, были какие-то другие принуждения, не знаю. Вот. Но мы увидели, что это прямо актуально. А другие были предложения, которые мы вносили, вот, мы, допустим, не увидели там особого отклика, хотя думали, что, ну, прямо мы говорим, там, мы хотим предложить сокращение рабочего дня там, вот, до 6 часов, ну, это как бы понятное сейчас и абсолютно, но люди удивились, выслушали нас и на контакт по этому вопросу не пошли. Во-первых, ну, у нас есть нюанс. Мы не живем возле дома. То есть, когда человек 6 часов отработал и пошел домой, мы понимаем, что он придет в семью, и у него там есть чем заняться. А у вахтовика, который живет в общежитии, он такой смотрит и говорит, ну и что, я ему приду в общежитие, и что я там буду делать. А вот измените мне график, а вот помогите мне быстрее до дома долететь, а вот помогите мне, чтобы всю дорогу от дома до работы оплатили. Вот это для меня важно. То есть, вот нюансы, то есть, только работа с коллективом, только выслушать, только понять. И задать этих вопросов нужно, как говорят, 100-500 вопросов. Один и тот же вопрос разным людям. И тогда мы видим, куда нам двигаться. Ясно. Хорошо. Спасибо. У меня больше вопросов нет. Очень такая интересная, информативная беседа. До свидания. Спасибо большое.